Два дня осталось до начала учебного года. В православных храмах в эти дни совершаются молебны за учащихся. Молебен об учащихся служится во всех храмах перед 1 сентября. Попросить благословения Господа на весь учебный год могут все, кто учится и учит. Дети, подростки, студенты, их родители, учителя и преподаватели. Митрополит Чебоксарский Чувашский Саватий отслужил такой молебен в храме Успения Божией Матери в селе Акулево Чебоксарского муниципального округа. Здесь вознесли молитвы о помощи в учебе. Владыка благословил каждого пришедшего в храм ребенка и молодого человека, всех окропил святой водой. Обращаясь к юным, владыка призвал не забывать о том, что нужно не только приобретать знания, но и учиться главному. Я очень надеюсь на то, что вот дети, которые сегодня собрались, будут постигать учебу со всей старательностью. Дети, запомните, вам необходимо учиться. Необходимо учиться. И учеба – это значит не только предметы, которые в классах. Алгебра, русский язык, родной язык чувашский – это все само собой. А еще учитесь любить и уважать свою родину, свое отечество. Почитать и любить своих отца, папу, маму. Чтить своих родственников. С почтением относиться к старшим. Это всему вы должны, дорогие мои. Дети, юноши, девушки должны учиться сейчас с молодых ногтей.